Нижнем Тагиле среди прославленных металлургов Урала большим уважением пользуется сталевар Владимир Николаевич Лукьянов. За последние 3 месяца бригада Лукьянова дала сверхплана 439 тонн стали. Серьезную помощь в этом оказал инженер Огородников, в прошлом подручный сталевара. В совершенстве овладев технологией выплавки стали, коммунист Лукьянов успешно выполняет свои обязательства 22-му съезду партии.